Всем привет, ребят. Ну что, давно я уже не заходил на английском, ничего не ролил. У нас сегодня тут коллекционер довольно-таки интересный. Попробуем что-то отсюда достать интересное. Так, значки почета, понятно. Вот такой вот коллекционер. Я последнее время показывал вам по 150, я здесь ролил. Хочу продолжить эту традицию. Соберем 15 с лишним, может, выбьем лазулю еще одного, посмотрим, какие шансы. Ну, думаю, нам 31 косамов хватит, чтобы собрать слизней. В общем, вот так вот. Так, change free. Как видите, то чувство, когда у тебя коробочек дофига. Так, ну что, поехали. По 150. Посмотрим, какая сегодня у нас тут будет удача. И сразу же падает призрачный всадник. Неплохо. Это уже радует. Инженер. Желейка. Ну, я думаю, желейки мы за 30к по 150 не соберем. Так. Булька. Кристальный гусь. Ну давай, рандомчик, что с тобой? Это сегодня по 150 не идет. Thunder God. Ну, чё ты? Чё с тобой? Да, какой-то сегодня, ребят, рандом. Забыл у нас уже, давно мы здесь уже, только сказал, забыл, сразу же падает гарпия. Еще одна желейка. Ну, 6к мы уже переролили. И, как видите, шансы не ахти. Рибит. Ну, это уже получше. Тыковка. Так, окей. Еще одна желейка. Вот так вот, ребят. Стрелок, целый стрелок у нас выпал, ну блин. 10к потратили. В принципе, не так уж и много. Поехали дальше. Интересно, за сколько мы соберем слизней по 150? Укротитель. Череп, нифига себе, понеслась. Еще одна тыковка. Все, короче, подкрутили мы этот рандомчик. 15к почти. Ну давай, 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 давай. Сноу. Ну, сноу это такое. А слизни, как видите, по 150 падают. Нехти. Сердцеедка. Блин, ну стрелок, сердцеедка, череп. Вполне, вполне. Дракула, ну такое себе. Еще одна желейка. Интересно, что у нас за 31к? Сколько мы там? Штук 7, наверное, выловили уже. Тесса, неплохо. Заклинательница. Ну, видите, по 150 падает. Хотя, я думаю, если бы мы ролили по 350, может быть, мы больше ну, выбили бы. Напишите потом в комментах, кто считал, Олег, сколько мы легенд выбили за 30к. По 150. Ну, 31, допустим. Мы переролим 31к по 150. Посмотрим. Сколько легенд, напишите в комментах. Так, еще желейка. Ну, будет лего или нет? Вот так вот, ребят. По 150 в очередной раз. Мы шатнули этот рандомчик. Лазуликс, блин, за 150 все-таки словил за 27к.
Можете меня поздравить, ну, реально, я не знаю, какой это у нас уже третий или четвертый, здесь мы его вытащили. Они здесь падают раз за раз, раз за разом, блин, ну, думаю, скоро будет новая имба. Так. Ну, по 150, как видите, на английском сервере реально. Везет, везет. Раз и два. И еще одна желейка как раз. Ну, 31к, что у нас творится. Так, лазулю мы собрали. 9. Девяточка у нас получилась. Ну, в принципе, относительно неплохо. Так, что тут спидапак? Интересно посмотреть, что тут за награды. А, сюда уже напихали камни. Ну, это бред, конечно, их отсюда доставать. Сколько надо купить, чтобы оттуда достать, если тут вот продают намного дешевле уже. У них, конечно, с экономикой не ахти. Так, окей. Ну, лазуля за 150, еще один. Отлично, давайте пооткрываем. А, и тут, видите, тоже проблема. Я надеюсь, они скоро увеличат эту вместимость, потому что я не могу открывать сундуки. Просто тупо не могу из-за книг долбанных. Просто тупо книги, кулаки. Сидишь, блин, у тебя куча итемов. Ты просто сидишь, сосешь лапу, образно говоря, потому что ты нифига не можешь сделать. Тут уже даже эти, кстати, подходят. Надо пооткрывать. А то печалька будет. В общем, вот так вот, ребят. Как видите, жизнь боль. И так хорошо, и так нехорошо, и так плохо. Надеюсь, что обнова следующая принесет какие-то изменения по поводу башен. Очень интересно будет посмотреть, что же там все-таки изменится. Интересно. Так, ладно. Ну что, поехали по 450 добьем. Посмотрим на рандомчик. Рино. Desk Knight. Ну, как видите, слизни тоже нехти падают, я вам скажу. Смотрите, 10к просто в никуда. Вот 1, 2. Ну, 1053. Четыре. Имхотеп. Desk Knight. 5. Афина, ничего себе. Еще одна Афина, ну это реально. Но мы уже потратили 50к, ребят. Суккубис, Паладинус, Thunder God, вот так вот. Да, где-то 52к у нас на это все ушло. Нету у нас сегодня, к сожалению. Посмотрите, уже продают по 1000 здесь. Жесть. Интересно, что будет в судьбе следующей. Так, забрали. Поехали, заберем отсюда. Ну, то есть, в среднем уже 50к надо на то, чтобы собрать. Ну, плюс-минус, кому как повезет. Седну, к сожалению, мы не выбили. Но смотрите, здесь дают 320 осколков. Офигеть. Неплохо. В общем, очень-очень даже неплохо. Так, забрали мы уже опять. Кулаки ушли в перелимит. Что у нас тут? Рица с кулаками, понятно. А что на складе? Пушка не туда зашел. О, отлично, кстати, надо паролить здесь. Тут вообще надо все скупать, потому что орденов дохренища. Надо их тратить. Ну, кроме рун, наверное, потому что опять застроил весь алтарь. Кое самое нужное нужно скупать.
Карта смены 300 самов. В общем, вот так вот, ребят, вытащил я имбу, фактически получил дополнительные плюшки. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики, все дела, всем удачи, всем пока.